Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем проходить игру Hustle Castle. Ёлки-палки, ничего себе, там побед-то я заработал. 65 и 63. Отличные уровни для бойцов. Так, смотрите-ка, на меня напало 157 тысяч мощей, и я его победил. Интересно. Так, смотрим далее. И 130 тысяч. Ага, он на меня неоднократно здесь покушался, как вы сами видите. Ну что же, я считаю, что довольно неплохо это было. Вот этот вот бой надо посмотреть, ребят, как все здесь у нас было. Самому интересно. Так, отлично, смотрите, у него так же, как и у меня, один в один. Воин и маги. И, ну смотрите, воин у него довольно кислый. Хотя, мой упал быстрее. Так что не такой уж он кислый. Смотрите, он его подхиливает. Так, дальше у меня Иринка прорвалась к магам. Все, два мага упали. И последнего мы добили. Слушайте, я очень доволен, что мои ребята не дали мой замок в обиду. И мы прошли. Точнее, о чем я говорю, прошли. Защитили свой замок. Давайте забирать все плюшки, что мы здесь накопили. Ой, с яблоками-то очень кисло. 123 тысячи всего. Давайте заберем железо, дерево. Тут у меня плотник получил 7 уровень. И все, дерево у нас под завязку оказывается, да? Да, 1 650 000. Ну что ж, хорошо. Давайте ману еще заберем. Ну что, нам... А, ребята, вот, конечно же. Спасибо вам за подарки, огромнейшее забираю. И, наверное, начнем отправлять. Да, именно начнем отправлять. И первый у нас будет кто? Жаль, конечно, железную бороду, что ему с первого раза не отправится. Так, ну а теперь поздравляю его. Поехали дальше. Тимур Махиев. Респект тебе, Тимурка. Дальше у нас кто идет? Герман Кузнецов. Поздравляю тебя, Герман. Играй дальше, развивайся. Деловар. Ну, деловар как обычно. Так, Вервольф. Шикарно. Дальше у нас кто? Александр Овчинников. Давай, Сашка. Так, Юрий Порецков. Ну что же, еще осталось немножко у нас. Денис Горячев. И последняя двоечка, это будет у нас Дмитрий Ферма и Влад Павлов. Все, ребята, спасибо вам еще раз за подарки. Я вам отправил. Играйте, как говорится, развивайтесь, качайте. И все у нас получится. Так, ну, а я приступаю, как видите, к открыванию сундуков. Опа-на, спасибо вам, ребят, большое. Адский мясник выполнит топор. Далее у нас что? Идут ресурсы. Так, для меня сейчас здесь, если честно, важны яблоки. Наверное, больше, чем что-либо. Потому что их у нас очень мало, а играть нам придется. Так, опять яблочки, опять ресурсы. Хорошо. Так, следующий у нас пошел. И здесь тоже ресурсы. Ну что ж, неплохо. Ребят, у нас, кстати, очень много денежек уже. Опа-на, спасибо большое, кто едкая штука мне прислал этот амулет. Жалко, конечно, этого не узнать нам. Но, тем не менее. Так, следующий открывается. Тут у нас тоже одни ресурсы. Погнали дальше. Тут что? Оу, зеленая булава. Знамение. Ребят, ну вы сегодня меня просто балуете подарками своими. Спасибо вам большое. Так, и у нас опять ресурсы. Но, тем не менее, даже если у нас больше ничего не выпадет, все-таки три вида оружия выпало. О, и броня. Точнее, два вида оружия, броня и амулет. Да, все очень хорошо и прекрасно. Давайте заберем все, что здесь у нас опять подкопилось. И, как вы видите, ребята, ух ты! Она получше будет, чем мой адский мясник. Ну, единственное, что мне не нравится, что на булаве нету крита или уворота. И по уровню немножко слабее. Давайте попробуем с вами, наверное, на один уровень надеть. Посмотрим вообще, как она себя ведет в бою. И переходим на карту. Как раз у нас здесь, ребята, орки. Вот на них мы с вами и будем тренироваться. Поехали. Так, незабвенная троечка наших великолепных орков. Так, ребят, мне кажется, или как-то медленно вроде бьет, да? Или мне так кажется, просто не могу понять. Слушайте, я не знаю, ну, наверное, я все-таки поменяю обратно свой топорик.
Но это не говорит ни о, ни о чем, ребята. Я очень рад, что он выпал. Все хорошо. Воинов у нас все равно будет очень много скоро. Так что, может быть, она пригодится. Ну, на худой конец я разобью ее на кристаллы. Ну уж поверьте, эти кристаллы пойдут у нас в дело. Давайте заменим обратно. Вот так, хорошо. Так, и у нас с вами один ящичек, как говорится, есть. Вроде бы все, здесь больше я ничего не могу сделать. Она у меня отхилилась. И продолжаем с вами пинать орков. Как раз здесь у нас один еще есть. Да, не беда, что он там немножко не восстановился. Сейчас ее в бою быренько подхилят. Так, здесь у нас кто получается? Танк, маг и два арбалетчика. Отлично, ну видно, у них мало мощей было, поэтому мы их тут разбираем. В принципе, без проблем. Но все равно Иринка упадет, наверное, сейчас. Да, упала. Маг у меня, кстати, там тоже упал. Но все-таки выстояли. Отлично. Магии не пришлось мне тратить. У меня ее много. Вся полностью забита. И это хорошо, ребят. Давайте. Ух ты, сколько здесь покоцанных у меня на этот раз. Давайте их быстренько в госпиталь. Пускай лечатся. Эх, дерево у меня полностью. Да. Так, а вот железо надо забрать обязательно. Так. Улыбочки тут у нас, я смотрю, ну, настроение. Вот, еще настроение. И денежка немножко накопилась с яблоками. Так, яблок у нас 161 тысяча. В принципе, я думаю, хватит нам на орков. Ну, не хватит, так продолжим тогда потом, когда подкопим. Так, Светлана. Светлана, что ж с тобой делать, а, Светланочка? Да, в принципе, ничего не будем, да, пускай она там стоит. У нас главное здесь орки. Мы их сейчас еще раз по-быренькому разобьем. Так, поехали. Так, смотрите-ка, три танка. Хм. Подожди, каких три танка? По-моему, все четыре танка. Вот это да, ребят. И довольно какие-то ватные они оказались, быстро упали. Все, сундук у нас. И у нас уже три сундучка, да? Да, ребят, три сундука будем вскрывать с вами немножечко попозже. Так, улыбочки. Так, броня через 5 часов у меня сделается. Амулет. Ох, амулет еще очень долго будет делаться, ребята. Сутки с небольшим. Так что давайте-ка глянем. Здесь у нас один орк, у него 101 тысяча мощей. Поехали. Ой, елки-палки, я забыл поставить, блин, Иринку забыл поставить. Как так-то? Неужели не справимся, а, ребят? По ходу дела ничего у нас не получится. Хотя можно еще раз попробовать заморозку. Но я думаю, что навряд ли мы вытянем. Смотри, что арбалетчики делают, а? Вот гады. Вот это я, честно говоря, профанулся, ребят. Побежал, блин, посмотрел. Да, глупо, конечно, было сделано. Ну что ж, давайте тогда их всех отхиливать. Ну, а в этот момент мы будем с вами тогда смотреть сундуки. Как говорится, чтобы на что-то потратить время. Не просто же смотреть, как они там лечатся. Так, давайте заберем магию. Так, так, и вот так. Так, и делаем, естественно, ребят, замену. Слушайте, я не знаю, давайте, наверное, вот так мы сделаем. Потому что ускорение, как вы знаете сами, нужно. Вот так вот. И... А, все, ребят, все. У нас полностью забито. Так, яблоки. Сколько им там еще лечиться-то? Они, в принципе, уже отхилились. Так что давайте их возвращать. Я, честно говоря, думал, что мы сейчас с вами глянем сундуки. Но раз они так быстро у нас отхилились, так что давайте тогда продолжим пинать их. Тут по одному осталось. И... Поехали. Кстати, будем мстить. Вот именно они меня и победили в прошлый раз. Ну что, ребята, а? Как вам? Это вам не просто мага в колбасе. Тут уже, извините меня, стоит танк Ириха. Ну и как я посмотрю, на ваших рожах написано, что вы очень-очень недовольны. Ну, извините, сами напросились. Вас никто в наш лес не звал. Вы пришли с вторжением. Так что сундук наш. Замечательно. Так, они у меня что? Ириха покоцанная немного. И маг тоже. Давайте идите лечитесь. Ну, а мы, наверное, с вами, ребята, глянем сундуки. И что у нас с этого? Ресурсы, к сожалению, ресурсы. Ладно, давай следующий. То же самое, ресурсы, ладно. Давайте третий.
Ну как же так? Конечно же, только ресурсы нам и будут выпадать. Да. Ну что ж, не повезло. Ладно, отхилились. Да, практически все. Они у меня здоровенькие. Давайте их возвращать обратно в отрядик. И там осталось, если не ошибаюсь, по-моему, два последних орка у нас добить. Так, как раз яблок в самый раз. Так, вот первый орк. И там, по-моему, еще один остался наверху в ледяной пустоши. Или как там, ледяная страна. В общем, во льдах. Ну, что? Приуныли, братки. Не нравится вам, да? Когда перед вами стоит такая стена. Так, что ж поделаешь. Так, ладно, разбиваем последнего мага. Отлично, сундук наш. И еще будет один сундук. И, по-моему, если я, ребят, не ошибаюсь, нам все-таки должен дать мудрец синий сундучок. Так, беги, хилься. Так, сколько у нас здесь, ребята? Ух ты, 12 часов. Ну, грубо говоря, да, 13 часов и 10-11 часов они будут получать у меня уровень. Так, что мы с вами будем делать? Монетный двор. Угу. Смотрите, денег у нас в принципе хватает на очень даже хорошие вещи. Лесопилка. Ну, я даже не знаю. Магическая лаборатория тоже в принципе неплохо. И здесь лесопилка, но не хватает у нас железа. Погреб, сарай, это все ерунда. Колодец маны не нужен пока. Жилая комната. Давайте-ка мы, наверное, с вами сделаем, знаете что? Монетный двор. А знаете почему, ребят? Нам с вами нужны деньги. А давайте улучшать сколько? 5 дней. 5,5 дней будет делаться. Елки-палки. Ну, когда она сделается, мы будем здесь развивать наших казначеев, которые смогут уже надевать улучшенные кольца, ожерелья и, соответственно, приносить нам больше денег. Нам придется поменьше фармить и побольше заняться строительством своего замка. Так, 87 тысяч яблок. Маловато, ребята, это буквально на 2 боя. Ну, один бой сейчас уйдет на орков. И, может быть, мы с вами еще успеем на кого-нибудь напасть, немножко фармить его, капельку. Так, иди сюда. Это чтобы, как говорится, быстрее строилось это здание у нас. Все, они там вдвоем. И вот он, ребят, последний у нас орк. Так, где он? Вот он. Ого, 128 тысяч мощей, довольно некисло. Так, что у нас тут? 2 воина, 2 мага и 2 лучника. Офигеть, отряд полностью забитый из 6 орков. Я хочу себе тоже, ребята, 6 героев в отряд. Но мне до этого еще пиликать и пиликать, как говорится. Ну что, Ириш, выстоишь? Нет, не выстояла, упала. Ну, ее быстренько воскрешают. Отлично, все. Ну, мудрец дашь нам или нет? Сундук. Хрен там тебе, он сказал. Перебьешься без сундука. Значит, ребята, все-таки они не полностью все еще появились. И нам придется ждать. Так, забираем. Это все забираем. Сталь, дерево. Да. 4 дня. 4 дня, ребята. Ну, почти 5 дней будет у нас делаться тренировочно для казначеев. Это офигеть, это целую неделю нам придется там ждать. Так, вроде бы как все, да, мы здесь сделали. Забираем яблоки. Ну что же, у нас с вами денег практически нету. Копить нам сейчас не на что. Так что у меня есть одна идея. Как обычно, сделать небольшой перерывчик и встретиться немножечко с вами попозже. Как раз там, может быть, у нас и яблоки подкопятся, да и орки, наверное, появятся. Так что далеко не уходите, встретимся через секундочку, ребят. Всем привет, дорогие мои. Ну что же, продолжаем проходить Hustle Castle. Поехали, как говорится. Ух ты, Есения родила ребенка, Милана родила ребенка. Это же очень хорошо. Так, забираем здесь все. Отлично, бревна обязательно нам нужны. Так, яблоки. Так, ну-ка, что там у тебя? Кто тут? Ага, Арнольдушка у нас появился. Ну, он еще, конечно, маленький, но подрастет, и мы посмотрим. И Мирослав. Какие имена-то славянские. Ну что же, давайте. Вот они, ребята, вот они, родные орки появились, которых мы сейчас с вами будем добивать. Обязательно.
Так, понеслась, как говорится, душа в рай. Будем отрываться по полной программе. Лежать, я сказал, к ноге. Так, ну здесь мы их победим, это безусловно. Никаких проблем здесь не будет. Да, уронили они мне Иришку. Но это они, конечно, зря сделали. Все, последний лучник готов. Уносите, кто там новенький. И мы с вами что? Получили сундук этих ребят, естественно, давайте в госпиталь, пускай они стоят там и лечатся. Открываем и смотрим, что у нас здесь. Ох ты, ребят, смотрите, топор. Так, где у меня Ира? Давайте глянем, сравним. Черт подери, топор-то посильнее будет, но у меня-то крит плюс 384. Поэтому я решил не заменять, а оставить прежний свой. Так, что, они отхилились? Да, тут немножко осталось подождать. Давайте этих вернем пока, магов. Да. Так, подожди, этого-то не схватил. Давай, возвращайся, олух. Стоит там, зырит. Так, и продолжаем бомбить. Тут как раз, ребята, везде буквально по одному орку у нас на каждой территории. Сейчас мы их разберем. И на этот раз нам уже мудрец должен выдать, как говорится, сундучок синий, который мы так долго ждем. Точнее, я его очень сильно жду. Вот, мне просто интересно знать, что там выпадет у нас. Лишь бы там не какая-нибудь фуфляндия, а что-нибудь полезное. Тогда, можно сказать, эти бои были не зря. И не зря я тратил сюда яблоки. Ну что ж, разбомбили. Получили, расписались и пошли дальше. Так, давайте этих ребят отхиливать. Да, в этот раз намного сильнее, они у меня покоцанные. Ну что ж поделаешь, такова участь. И что нам достается? Ничего, ребята, ровным счетом, кроме ресурсов. Денег у меня маловато, хотя в остальном все очень довольно прилично. Стали у меня многовато, дерево тоже прилично. Нет только яблок и денег. Кстати, работяга у меня есть один свободный, это очень хорошо. Надо будет что-то с вами замутить, может быть, на что-то даже накопить. Почему он у меня будет, интересно, просто так простаивать, да? Хотя копить нам придется долго и упорно. Давайте возвращать своих сынов в отряд. Так, и осталось у нас три орка, ребята. Три отряда орчих, которых мы сейчас, в принципе, и разбомбим. Так. Магию даже пока, даже не смотрю на нижнюю полоску своей магии. Потому что я даже думаю, воспользоваться ей не придется. Хотя вы прекрасно знаете, что бывают такие орки, у которых мощей в разы больше, чем у меня. Тогда да, тогда приходится просто использовать ее, чтобы хоть как-то уравновесить. Давай, иди лечись. И ты лечись. И у нас сундук, ребята. Давайте, наверное, глянем, что здесь. Так, ну. Ну, конечно же, все то же самое. Ничего новенького нам с вами не дали. Так, да, хилиться им нам придется еще, если честно, долго. Давайте заберем это все. Так, тут у меня тоже один, всего лишь один пиликает на скрипке. Бревна добывает Яромир и Юлиана. Слушайте, Яромир и Юлиана. Ну, хорошо, что хоть у них 5 звезд, ребята, у обоих. И у меня есть такая надежда, теплится все-таки внутри, что у них будет зачат ребенок тоже 5-звездочный. Мне нужны все воины с 5 звездами. Хотя вы пишете мне, что удаляет 3-звездочных, но я бы с радостью, ребята, но они очень хорошо прокачаны, и в данный момент я пока не могу их заменить. Я бы, конечно, бы очень был бы рад этому, но сейчас у меня, когда будет прирост жителей, и когда они хотя бы раскачаются до ихнего уровня, я, естественно, сразу же избавлюсь. Ну, а пока не могу себе этого позволить, так что, ребята, извините. Так, бомбим, бомбим. Да, и к тому же, как вы понимаете, что 3 звезды, но с хорошей прокачкой, может пригодиться даже в той же самой шахте или на лесопилке. Вот, ребята, у нас и долгожданный синий сундук. Ничего себе, Ириха у меня покоцанная. Давайте посмотрим, что здесь у нас. Ага, здесь у нас ресурсы. Но синий, не подведи меня. И... ух ты! Блин, на манну. Жаль, конечно, но зато синий. Ну что же, все, в принципе, у нас хорошо.
Ну, а на этом, ребят, я, наверное, буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр, но кто там опять лезет. И мы с вами увидимся уже в следующей серии. Надеюсь, там у нас что-нибудь новенькое появится. Будем проходить, развиваться, расстраиваться. А на этом все. Всем пока, удачи.